Буэнос диас, братва. Я один раз светлый заряд ваш экрана. Это значит, что мы продолжаем раскатывать всяких чертей в блин в Borderlands. Поэтому садитесь-ка поудобнее, берите свои ништячки и поехали. Итак, вперед. Как я говорил в прошлой серии, сегодня мы отвлечемся от сюжета, ну, разве что будем всякую шваль валить. Мы отвлечемся от сюжета и будем разыскивать сломанных железяк. И первый находится, вы так и не поверите, прямо на этой локации. Круто. Весьма-весьма круто. Так, о чем это я? Ах, да. Я уже успел погуглить, и нам для начала надо определить, где же эта жопа бородатая находится. Находится она... Так. Где-то вот в этом месте, на севере локации. Сейчас отсюда пауки полезут. По-моему. Так, мы проскочили проход. Вот честно, в прошлой серии я бы ни за что сюда не полез. Просто потому, что мне этого нахер не надо. Я тоже не прочь поубивать. Особенно, когда за это приплачивают. Деньгами ли, экспо или... Так, чё? Давайте, наверное, установим ценз, ну... В 1,5 тонны. Чтоб денег больше уносить. Пока что 1,5-шечка. Так, по карте. Так, что у нас тут? О, как раз. Сурово. Пока подберу, ладно, пусть будет 1400. Пока что. Так, железятор находится прямо за переходом. Практически. Ебались мы, что... Так, еще петух. Шо уже потух. У меня приводы. Барахля. Угу. Так, пошли искать ремонтный. Ага. Так, он находится... Так, по-моему, тут был хинт, чтобы не обходить всю локацию.
Угу. Так, запрыгиваем на холодос. Ой, блядь, на ферму, потом туда и достаем набор. Да что ты... Ага. Падла. Блин, мне делают больно. Так. Чит было. А. То чувство, когда граната, это еще и хил. Так, прыгаем назад. И идем обратно в сторону робота. О, боже мой. У меня протечка. Кажется, у меня протечка. Так, один есть. Так. Теперь ставим на секунду на паузу. И смотрим, где они еще бывают. Так. Каньон Крома. О, Lost Cave. Safe House Sledge. New Haven. Old Haven. Хм, да не сильно-то и далеко, в принципе. Так, давайте прикинем, куда нам двигаться дальше. По идее, их 10 штук. Еще один остался. Так. Вроде бы все обчищено. В разумных, конечно, пределах. Сейчас повылазит тут какая-нибудь тварь. Так, теперь. Ребят, вы меня уже порядком подзаколебали. Где этот гад летает? Блин, с ними как со снорками, наверное, в сталкере. Хотя нет, скорее как с кабанами.
дождаться, пока он кончится. Ну, дождаться, пока он провернется к тебе. Ух ты ж, еб... Просто надо было не прекращать огонь ни на секунду. О, иридианский артефакт. Так, там чисто. 1282. Так, электрический револьвер. Шанс посадить врагов на электрический стул. Так, выходим мы через какую-то очку, говорю сразу. Так, там где-то мини-псих должен бегать, судя по звукам. Заебись. Теперь просто выбегаем отсюда к херам. Логично? Логично. Только сначала ящичек взломаю. Так, далее оборотик. Все, с локации можем выходить. Следующая остановочка. Так, у нас есть варианты из ближайших или из тех, которые мы были. Ну, в Кромс Каньон мы по-любому потащимся. Дальше. Новая старая гавань. Домик Слэджа, пещерка. Дайте-ка посмотрю на хронометраж. О, 13 минут. То есть в изначально заложенную программу 10 железяк за 10 серий. Я укладываюсь с огромным запасом. Вот по 2 железяки в серию, это уже вряд ли. Короче говоря, сейчас летим по старой памяти на пустоши. Естественно, я не буду тратить время на переходы. Так, а вот что за пулемет мне выпал? Надо посмотреть. Дамаг 80, точность 74,4, скорострельность 6,4. Так, 56, 68, скорострельность 10, 29, 11, а у меня 26, 7, но у меня точность не врод ебательская. Короче, все в трубу.
Если нужны лекарства, так, стрелок. Нет, рейнджер. Так. Хищник, хищная птица, фокус и жуткий зов. Что это вообще такое? Фокус увеличения точности. Жуткий зов. А, огонь и снайперки сокращают время отката навыка. Так, фокус. Это увеличение точности. И минус колебания снайперки. Хищная птица. Увеличение атаки целей. Хищник. Снижение КД, но уже фиксированное. Кому нужен врач, когда есть мои машины со своими хищник, страшными иглами? Хищная птица и фокус. Ну да, хищная птица. Увеличение. Хищник. И снижается откат навыка. То есть повышается точность еще больше. Увеличивается на 2. Цепочка целей и на 6 секунд уменьшается КД. Выживший. Шестьдесят шесть тысяч. Так, что там два фокуса, что там два фокуса. Так. Ну все, теперь ты хипстер, а в смысле рейнджер. Так, теперь сразу же в домик Следжа и идем искать железку. Так, сейчас только на карту взгляну. Так, железяка в первом переходе валяется. Так, снова карта. Инвентарь у меня пустой, причем увеличившийся. Так, где валяется железка? А железка валяется вот в этой точке. Так, что тут продают интересного? 28. А, у меня же все синие куплены. 176. Хуйня. Из-под ткани. Так. Жилек лежит где-то тут. ловко. Конечно, блин, накачался. Да, качку пришлось немножко подгореть. Так, сейчас нам в переходе должен валяться, собственно, железяка.
Ага. Вон, внизу. Так, только как вниз попасть? Угу, пролом в крыше. Так, мне надо вон за те ящики. Вспомню бы, как я туда проскакивал изначально. Так, там, по-моему, с той стороны должен быть переход. Каким-то макаром. Угу, да-да-да. Хуйня. Надеюсь, никто не возражает. Вообще хуйня какая-то, не пуколки. Так, а ремонтный набор находится в другом месте. То есть примерно там, откуда мы только что приперлись. Так. Так, а ремнабор вон он наверху. Шабака. Так. Зачем я только спрыгивал? Вот я сейчас сам себя не понял, но тем не менее. Так, второй железяка готов. Так, теперь, наверное, в Lost Cave попробуем. Ну давай, повеселимся. Эй, смотрите все. Я танцую. Я танцую. Черт, я теряю ритм. Так, 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 так. Получается, мы еще должны были получить улучшение в зомбятне. Если верить Borderlands Wiki. Так. А я один хер их сейчас продам. Че это я вдруг? Так, а куда мы, собственно, дальше? Так. Сейчас. Я пытаюсь как-то попутно и запись вести, и успевать читать. То есть куда мне что вообще топать в дальнейшем. При этом двух железяк я уже, в принципе, умудрился.
запилить. Так. Если нужны говно продать. Подходим и берем. Так, куда же мы теперь летим? Варит Хиллз. Так, рюкзак. Так, а в Ламберьярде разве есть железяка? Ага, то есть следующая остановка у нас нихуя не Варит Хиллз, а очень даже в успевшем подзабыться Джейкобс Коув. Блять, не кисло. Ладно. В принципе, принимается. Поэтому летим. Заодно, поскольку у нас есть револьвер, мы не будем тратить ни грамма патронов, а будем просто раздавать как черти. Так, теперь надо понять, где переход на Ламберьярд. Есть у меня там квесты, кстати, в всех краях. Ламберьярд, Ламберьярд. А, не, нету. Значит, попробуем взять на доске, если есть. Ну, зомбики мне уже вообще как бы посрать. Постольку поскольку. А знаете, ни хрена мне не посрать. Я-то думал. Что зомбики так и будут уровня где-то 15-го. А они, сука, мои. Во, уровня. Ах ты ж блевотронная машинка. И представьте себе, что бы было, если бы я не подумал о том, что меня сейчас могут начать жестоко трахать. Вот представьте себе, что бы из этого получилось. Просто вот. Уф. That's a former ducks. Hell's End. Lumber Mill. Мне туда и надо. Хуяся. Так. Бум. Я и забыл, что эти скоты умеют прыгать. Почему? Почему?
Заебошил. Заебошил. Ты, сука, заебал на меня прыгать, пес. Ты быстрый, но я стреляю охуенно, и что? Кто здесь такой умный? Тренитор ползунцы? О, сука. Так. Уйди, мертвечина, не буду я с тобой обниматься. Так. Так, так, так. Я чисто грибу не глядя. Так, а на какую мне локацию-то, собственно, надо? А, на Ламбер-Ярд. Прибыли. Так, теперь она почти перед самой лесопилкой. Железяка будет. Вот в этом углу карты. Прямо вот здесь. А ремнабор где-то здесь. Короче, в самый конец карты. Посрать вообще. Так, попутно можно, кстати, глянуть, что у нас там по снайперкам. Так, 188, 96, 706. Плюс 200 крита. 140. А у меня 203. Так. Точно, 6,7. Хуйня. Короче, попробую вашу электронику. Сейчас будет просто ебучий конвейер, я так чувствую. Опа! Если хранилище существует, вы сможете себе это позволить. Что по счетам? Ассасин. Сука. Так, 303, 321. Угу. Да ты сука. Вот это кач пошел. Почувствуй это. Не нравится. Ух ты ж, блядь. А, это все гнилые мозги. Да уж, перезарядочка та еще. Не, все-таки херня. А не снайперка. Блять, заели. Торки ебаные. Но мы все-таки дойдем до второй железки.
Так, надо было просто чуть выше лупить. Вас что, двое, что ли, уроды? Так, этот высыпался. Что, не нравится? Так, а вот это что-то крутое. Чуть поменьше дамага, то гораздо выше точно. Так. Вот теперь вам стоит побеспокоиться, суки. Сколько? 63 с оптикой. И точность выше. Вот теперь можно давать жару, сука. Ну чё, скоты, бежим сюда. Ну красотища же, а? Больно было. Чё ракетницу дали? Я чувствую, расход патронов у меня сейчас как поднимется. Знаете, что простые пули изжили себя? Тут я могу только слюну пустить. Маливан и зажгите по-настоящему. Не, пиздатые штуки есть, но, блин. Вы затрахали, пацаны. Тут мне еще жрать умудряется, что-то. Понял. Да уж, надо уроду допивать в рукопашную, я так понимаю. Твою ж мать. Я так чувствую, я до лесопилки буду добираться хер знает сколько. Такими-то темпами. Да и расход патронов для дроби у меня сильно вырос. А то смотрите, я почти набил 26-й.
Че, продолжаем мясо? А по зомбям он нахер пойми как работает. Что-то он, по-моему, выпал из зомбака, интересно, не? Хуй. Как я сказал у черданцев, гол! Хуй, штанга. Так, продолжаем движение. О, а там еще зомбари. Да уж, ништяк. Что? Не нравится. Бляха ты, муха. Только психов мне и не хватало. Еще и 4000 просрал на ровном месте. Ну как так? Да скоро ж я там дойду-то, а? Это, блядь, что? Я только начал? Твою-то мать. Видимо, серия затянется. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, комментируйте, обсуждайте. Сами все знаете без меня. Ну а пока, до скорого. Adios, amigos. Sanders out.